Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Веталь. Вы на канале игры Fishing Clash. В общем, поехали. Второй день события. Охота на минхо-чао. Это специальная рыба. Специальная приманка. В общем, давайте поглядим, что у нас осталось. Место событий 212. Поединки я не проходил. В общем, первый день рыбацкая битва. И хищник я закрыл полностью. Первый день, значит, рыболовного испытания. Ребята, как ни крути, но первое место я одно не взял. Закрыл все, ну, кроме одного первого места. Рыболовное испытание день 2. Тут мне больше повезло. Я уже все закрыл, пока был на работе. Подловил немножко. В общем, вызовы закрыл. Ну и по первому дню тут минхо-чао поединки закрыл. 8-9 звездочную. Ну, в общем, 10, 11 и 12. Навряд ли я возьму, ребята. У меня 7-я приманка, слабенькая совсем. Но посмотрим, может, что-нибудь. Посмотрим. 95 тысяч. Мне, в общем, 20 тысяч не хватает до предпоследней коробки, ребята. Такую вот картинку получу. Но 20 тысяч, я думаю, ребята, может и не получится взять. Тут, скорее всего, надо минхо-чао сначала ловить. И 11 звездочную доставать. За окно закрыть. Вот 4700 мой рекорд. Но я еще толком не ловил. 7-я приманка. Я пока позакрываю просто поединки. Хорошо, у меня 6-я удочка. Но бонус от лицензии я так и не вытянул. К сожалению. Я немного, у меня там было жемчуга, там совсем чуть-чуть. Я там попробовал, но, в общем, никак. Не дает жемчуга. Там в клановых войнах задание 10 подряд, конечно, сделать никто еще не сделал. Ну, будем пробовать. Будем пробовать добить до предпоследней коробки. Ну, в общем, поглядим сейчас, как там первый вызов пойдет. Так. Надо покрупнее рыбку ловить. 4700. Ну, там более 5000 надо. Желательно. 4500, конечно, тоже неплохо, но надо более 5000. 300. Ну, в общем, да, хватит пока для первой победы. Усилители не растрачивают, только на спецрыбу. Постараюсь, может, как-нибудь тут. Ну, хватит, я думаю. Хорошая удочка, неплохая. Жаль, что она больше уже не пригодится нигде. Ну, только как вес. Ее надо будет уже с нее снизу ему сделать под какую-то рыбу. Ну, пока так. Пока так. Сейчас попробую обловить. По поединкам посмотреть, что там получается у нас. Надо хотя бы по 11 звезд позакрывать. Ну, в общем, я думаю, хватит. Закидывать ничего не буду. Так, значит, тут пошло потихоньку дело. 76, ага, 3 поединка надо из обеими. 3 поединка, это несложно будет, я думаю. Для поединков приманка у меня как бы неплохая. Но поглядим сейчас. Может, что-нибудь получится. Не хотела 3700. Ну, нормально, в принципе. Цикла у меня еще не улучшенная совсем. Сейчас.
вообще непонятно. Мифическая. Ну, поглядим сейчас. Три 700. Да, 10 подряд, конечно. Не, ну с такой приманкой можно будет попробовать. Взять. Может и получиться. Жемчуга тут видно у меня прямо аж через край. Аж целый ноль. Ну ничего. Ничего. Попробуем еще улучшить результат. Так, на мультикрючке. Интересно, на седьмую приманку 12 звезд можно вообще поймать? Вообще реально это? Или нет? Интересный вопрос. Так, это второй у нас подряд, да? Неплохо. Пока идем нормально. Только, правда, тут надо с обеими рыбами закрыть. Ну ничего. Золотой пакет приманки. Прикольно. Осталось чуть-чуть. Еще 78 тысяч мы имеем наличие. А надо 95. Так, тут с обеими рыбами закрыл. Аллигатор. Надо закрыть. Будет просто на мультикрючке. Так, это четвертый будет подряд. Одиннадцатая неплохая. Сразу же на мультикрючок. Неплохо, в принципе. Нормально. И сейчас не кончал. Потому бы что-нибудь путевое. Надо 11 звезд. Но я уже потом специально уже буду чисто выловом крупной рыбы займусь. Сейчас поединки хочу побыстренько пойти закрыть. Что у меня остались. Поглядеть уже там, что у нас получается дальше. Ну, 700 ловится, в принципе, на мультикрючке. Ну, на 9, на 9, на 9 звезд тянется. Ну маловато, восьмая, хотя бы, конечно, приманочка нужна. Седьмая мало, очень-очень мало. Так просто сравнивается именно с обыкновенным по выловам. Ну, в принципе, вроде должно хватить. Ну, 400 на мультикрючке потянул, в принципе. Ну, как бы нормальный. Экземпляр. Не, конечно, не идеальный, но и не худший. Не хочу пока усилитель использовать. Добежать по-быстренькому по поединкам. Чаще бы с ней ловилась с этой рыбы, тогда успех гарантирован, в принципе. Ну, вот он тоже на мультикрючке, а не просто даже без мультикрючка. 200. Ну да,
Да, с усилителями сейчас у всех проблемы, а не только у меня. Последние события дают мало, а тратишь очень-очень много. Так, совсем немножко осталось. Арапайма. Так, это у нас что? Это у нас мифическое. 5090 лучший результат. Пятый уровень. Да, слабенькая, конечно, приманочка. Слабенькая. Ну, хорошо, что вторая рыба попала сюда по Минхочао. Кстати, это у меня пятый поединок подряд. Хорошо. Надо бы 10 в аккурат. 10 в самый раз было бы. Ничего. Так, там пора пойма, да, и с обеими рыбами надо победить. Обязательно с обеими рыбами, дабы ускорить процесс. Здесь неплохой экземпляр. Так, но здесь на мультикрючке, крючки, я думаю, сразу больше, чем 1600 точно должен поймать. Потому что 3200, конечно, да, куда получше, чем, согласен, чем 1600. Неплохо, пятый подряд пошел. Ну, 9 звезд, предела 9 звезд, в принципе, на мультикрючок легко идет. Так, здесь, да, с арапайма 3 поединка надо и 2 сабина. Так, там мне еще осталось, по-моему, потом легендарная. Та же самая. С одной и с обеими, да. Очень жаль, что сейчас не посопалась с новой рыбой. Поэтому придется, может, тут даже использовать усилители. Это шестой подряд у меня. Хотелось бы без усилителей попробовать, конечно, если получится. Ну, там будем посмотреть сейчас, как пойдет. Три восемьсот, ну, намалек, в принципе. Качура. Неплохая приманка. Тут бонус от лицензии. Можно, в принципе, попробовать там эти крючки. Да, 1300. Нормально. Жемчуга 0. Ну, особо, в принципе, 12 звезд, наверное, не получится, конечно, потянуть. Это не, ну, может, да, когда никогда попадет там на фонарь. Ну, даже бонус от лицензии не выйдет. Шестая, конечно, удочка спец. Это отлично у меня. Отличный результат, но тем не менее. Да, 95 тысяч, конечно, чтобы дойти, там надо крупнячок ловить. В плане новой рыбы. Там дают уже хорошие подачки. За вылов более 5000, там, по-моему, 5300, 5800. Да, ну, я думаю, не с седьмой приманкой. Как бы мне не хотелось, но я думаю, не седьмой приманкой. Так, это был шестой подряд. Да, осталось потом пора ибо. Сейчас уже эту закрою. Седьмой подряд. Для КВ пойдет нормально. Если что улучшать, конечно, это плохо. Золото 0. То уже нет смысла что-то улучшать. Вот речной скат, мы не будем ничего улучшать. Также на мультикрючке попробую седьмой подряд забрать. Хорошо, что я кубка немножко, конечно, подскинул. Так полегче. Гораздо полегче.
на 1200, ну, 10 звезд, в принципе, ближе к 11. Так, наверное, вылов. Ага, 4500. Ну вот, пожалуйста. Не хочешь по-хорошему. Как видно, придется применять немножко усилителей. Так, 1500 здесь. Нужно хватить, по идее. Да, нормально. Да, рекорд я такой еще не видел. А здесь вот тоже больше, чем 5600. Неплохой, неплохой экземплярчик. 11-я, 5300, 11-я. Ну, в принципе, я думаю, этого будет достаточно для того, чтобы победить седьмой поединок подряд. Немножко КВ ребят подтянул. 25 тысяч все-таки как-никак дают. Да, награда не путевая. Но тем не менее. Так, ну давай уже сдавайся. Тут все понятно и так. Или, не, ну, конечно, может сейчас мифа достать 5300 плюс, 5500 там. То да, бывало, бывало и такое, всякое бывало. Причем часто. Ну, сейчас поглядим. Сейчас поглядим. Буду надеяться, что быстренько пробегусь. Три поединочка осталось. И будет 10 подряд. Я, конечно, плюс поставлю. Вот долго. Ну, зачем вот это тянуть, не понимаю. Ну, проиграешь, проиграешь, все. Сдался, поехали, слетаю в следующий. Пытается без усилителей догнать, конечно. Так, 81 тысяча, что там вместо 149. Ох, ничего себе тут. Обновочка. Итак, значит, 149, да, мало. Нужно еще. Так, у меня 11 звезд, ну, пора, ибо еще две штуки надо поймать. Как раз у 2-1 осталось закрыть. И, значит, 2 11 звездочных поймать. Ну, я думаю, с третьей приманкой и седьмой удочкой на эту же приманку. Седьмая у меня на параиба, так что, в принципе, 11 звезд. Должно не сложно быть. Даже на мультикрючке попробую сейчас взять. Не всегда, конечно. Так, тут надо... Сколько там? 5000, по-моему. 5 с чем-то. 4300. Я смотрю, тут можно даже ничего, наверное, не использовать, так как соперник либо сливает кубки, либо завис. Поэтому здесь я просто выиграю с обеими рыбами. Хорошо. Ну, на самом деле, если даже до предпоследней коробки не доберусь, ребята, моя задача попасть топ-100, чтобы получить пропуск финалиста. Так как я здесь еще не получал его никак. Можно, конечно, еще первое место в чемпионате попасть, занять. Тоже за это пропуск дают. Так, ну не забываем, ребята, что это восьмой поединок подряд. Поэтому надо немножко здесь, наверное, по-быстренькому улучшить результат. 200. Ничего себе. Это, оказывается, не все так просто. Так, 3400. И, в принципе, две параиба еще нужно поймать. 4500. Кубиков у меня, кстати, уже нет. Это печально. 5900. Вот неплохой экземплярчик. 5700.
Да, рекорд, но в принципе там даже если 12 заданий нету поймать. Ну, 5700 хорошее, думаю, получится у него. Там 6000 уже 12 идет, скорее всего. По-моему, 5900 или 6-12 легендарная. Так, 9 подряд. Сейчас поехали. Как раз вот добью парайбу и будет 10. 5774 рекорд. Попробую пока, ребята, на мультикрючке. Даже если это 9 подряд, ничего страшного. Время пока позволяет. Может так 11-ю поймать. Мифическое. Усилители использовать я всегда успею. 11-ю взять здесь, а там уже потом 4700, ну там все серьезно. Так не получится уже. Уже вижу, что не так все просто. Даже так. Даже мало. Хорошую поймал. Хорошую, ничего не скажешь. Не так просто еще перебить его. Попался мне экземплярчик. 800 или 400. Да, тут надо тоже пора бы 11, наверное, потому что совсем 600. Ну вот это вот 11 должна быть. Да, да, серьезный соперник попался, серьезный. Ничего не скажешь. Ну, 5500. Я надеюсь. У меня уже просто больше нет кубиков, ребята. Сейчас, если не повезет, так не повезет. Уже, в принципе, на этом все. 4200. Хотелось бы, конечно, добить уже 10-й подряд. Хорошо, удался. Есть и еще один 9 подряд было. 84 тысячи. Да, тут только 12, наверное, вытаскивать без рыбу. Ну или попробую туда, чтобы добраться. Вот там скорифея сейчас соперник будет. Вот, так, не слабый клан, в общем. Поэтому сразу применяем усилители. Да, более лицензии для аллигатора. Все хорошо. Никто даже не сомневался. Двести. Пора его здесь, да, конечно, потянуть какую-то интересную. Сейчас поглядим, чего он там вообще, как он там и куда. Все, закончились у меня шансы на поимку. Подожду, может, решил сдаться. Что-то... Ой, 6000, хорошо.
Неплохая штучка должна быть. 5800, ну это рекорд. Вот, он вытянул там аллигатора неплохого. Ну так вот. Ты давай там не шути. Не балуй. Не ищи мне. Пошкреб, пошкреб. Да. Ну хорошо, вроде как понесло. Я такой, да, парень, конечно, серьезный. Так, и что мы имеем, ребята? Значит так, тут у нас спасает только спецрыба. Так, место в событии я забыл. Так, 135. Ну что ж, здесь теперь, ребята, нужно только вот 5250, 5600 вытянуть. 5250, хотя бы начать с 5250. 6100 здесь плановым. 5250, ну что ж, будем пробовать. Буду пробовать с берега вытянуть. 250 надо. Бонус от лицензии, конечно, нету. Седьмая приманка. Но тем не менее, немножечко сейчас штук 100 прокручу, наверное. Штук по 100 усилителей. И вот, в принципе, все. Нет, так нет, ребята. Ничего уж не поделаешь. 4900. Это пока моя рекордная будет, наверное, да? Не могу добраться до предпоследней коробки. В общем, 10-я. Да, там еще 11 звезды, что надо. Так, 400, 4600, 3500, 3700, пока мелочь одна. Такая, ребятка. Ничего пока интересного. К сожалению. 400, 514, мало, там надо 5250 просили. Так, 122 место в событии, что у нас здесь? 10, о, так еще 11 звездочных, здесь 4 штуки можно поймать. Но все равно 86, нету без... Хотя бы вот этой вот ничего не сделать. 5250 нужно. Без той рыбки хорошей. Конечно, ребята, не получится. Ну, хотелось бы, конечно, дойти. Да, предпоследней коробки. Но не дают, ребята. Никак не дают. Ну, по 20, по 30 еще. Попробую прокрутнуть. Добить нужно еще 10-11 звездочную. Как бы и все должно быть, все подходит, удочка и все, но
Нет, не дает. 500 с чем-то там от рекордного я потянул. И все. Это все, что получилось у меня выудить. 400. Вот еще крупнее немножко, да? Вот, 5407. Отлично. А там 5250 нужно было. Отлично. Что мы имеем? 90 тысяч. Не хватило там чуть-чуть. Значит, 5250 надо 5600. Больше ничего я здесь не смогу сделать. Только здесь еще 11 изодочных, 3 штуки. 800 это 1600, 2400. Если добавить 2400, это будет 92-93 тысячи. Еще 2000 не хватит. Значит, нужно, ребята, будет по-любому еще покрутить мне и вытянуть на 5600, попробовать. Иначе по-другому никак. Но, тем не менее, ребята, я надеюсь, у меня это получится. Так что смотрим. Дальше за видео лайк ставим, ребятушки. Кто не подписан, подписываемся на канал. Я надеюсь, вы добились больших результатов. Уже на, может, и последний уже кто-то открыл коробку, уже предпоследнюю кто-то открыл. Но, в общем, я буду просто попробовать. Еще предпоследнюю постараюсь открыть. Еще порыбачу, времечко, в принципе, есть, позволяет. Ну а вам, ребята, не хвоста, ни чешуи. Всем хороших уловов, трофейных рыб. И до встречи на канале. Всем пока.